Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. Сегодня у нас 13 декабря, а значит еще один обзор проектов, в которые я приглашаю вас и работу в которых анализируем вместе с вами. В этом обзоре я сделал небольшое такое изменение. Если помните, у нас вот здесь вот были итоговые какие-то цифры по всем проектам. Я решил их поделить на те, в которые, в принципе, надо вкладывать деньги. И что будет делаться, конечно. И те, которые чисто рекламные. То есть, скажем так, вот это у нас инвестиционно-рекламные проекты. А это здесь рекламные инвестиционные. И дальше правильнее будет вести именно вот такой подсчет, чтобы знать, что мы имеем в итоге. Итак, поехали. Первый сайт у нас от Кумула. В этом сайте мы только взяли бонусные $10, на которые нам выдали кредиты, и рекламируем свой ресурс или ресурсы, как мы хотим. И его закрываем, потому что здесь особо распространяться по нему нету. В конце вот этой пятерки однотипных скриптов просто покажу плейлист, в котором можно узнать все подробности по работе в таких проектах, на таких скриптах. И все. Его закрываем. Traffic Quick. Traffic Quick. Здесь три вывода уже сделаны. Я их показывал в прошлом ролике. 4 пакета в работе. Это $20 в работе, которые в итоге 24 должны принести. Из всей этой суммы выплачено там 9 с чем-то, 9.30. Так что где-то в районе еще $14. Сайт мне начислит вот сюда. И будем смотреть вместе с вами дальше. Или выводить еще, перепокупать пакеты, развиваться. Активный период до 7 января. Время есть. Подождем, посмотрим. Следующий сайт такого же скрипта. AdRevBurst. AdRevBurst. С него на прошлой неделе были настойчивые вопросы. Выводит, не выводит. Я поставил сумму на вывод 8 декабря. 9 декабря сумма выплатилась 7.10. Так что и этот проект тоже платит. Здесь тоже 3 пакета в работе. И время активное еще, опять же, до 5 января. Можно будет перекупить и продолжить свой активный статус. И с этим сайтом все. Rocket Rapture. Тот же скрипт. Тот же скрипт с бонусных 10 пакетов, $10 на перепокупке. Количество доведено до 20, то есть удвоено. $10 уже заработано. Он с 23 ноября работает, этот сайт. Покупку приостановлю и как только накопится необходимый минимум на вывод, поставлю сумму на вывод. Но перед этим в этих сайтах необходимо купить с внешнего источника, с внешней платежки, купить пакет для того, чтобы иметь возможность вывести. Эти бонусные пакеты нам даются для того, чтобы мы протестировали сайт и поняли, как здесь работать. Опять же, активный статус до 12 января. До этого времени, до этого срока время есть. Следующий сайт той же системы, AdSpy Pro.
Здесь у меня перекуплено два пакета. Два пакета. Заработано, то есть начислено $1.20, еще 12 с чем-то будут начислены. И здесь опять же посмотрим или перепокупку с этим конкретно, именно с этим сайтом. Я не определился, скорее всего буду продолжать здесь перепокупать пакеты. Как только будет набегать, как это делается, я показывал в нескольких роликах. Итак, этот сайт тоже закрываем. Сейчас покажу плейлист, в котором все подробности об этом, о работе на этих сайтах, на всех пяти. Вот он, вот в этом плейлисте все про них, про эти сайты есть, про эти пять сайтов. Следующий вот так вот печально у нас выглядит на сегодня — Zmasterbooks. На канале есть ролики, вот они, скам, не скам, заработали. Вот это вот по этим сайтам. Скажу коротко, что 7 числа уже было понятно, что что-то не то и на этом, и на вот PlutonBooks. Они на одном и том же скрипте. И я там начал писать в поддержку, ответов не было. Будем считать, что сайт соскамился, но в итоге все равно мы там, ну, я лично ничего не потерял, потому что введенные $2 вывел. Что-то я совсем забыл за эту таблицу. Вот здесь вот 7.10, которые из AdrefBursta выведены, записаны. Это единственный вывод на прошлой неделе, который у меня был. И в итоге, ну, итог подведем потом. Так, ладно. Теперь по PlutonBooks. Смотрите, что здесь хочу вам показать. То есть сайты числа 10, по-моему, 10 числа, да? 3 дня назад, да, 10 числа опять заработали эти два сайта, Pluton и Zmasterbooks. Но тут, вот в самом низу этого сайта, вот последние выплаты. Вот с этой вкладки, посмотрите, опять же, последняя выплата здесь зафиксирована 7 декабря. 7 декабря. У меня тут на вывод ничего не стоит. Я не могу написать поддержку и там сделать запрос по своей выплате. Почему и как, пришла, не пришла. Переходим в форум. Вот он, форум. Здесь есть русскоязычный форум. Я показывал, покажу еще раз. Вот русские. Вот русские, вот выплаты. И смотрите, что здесь ребята пишут. Вот выплата в обработке висит больше 3 дней. Это за вчера пост. Больше 3 дней. Если будет, то скину скрин. Висит уже сутки, другой пишет. Сейчас в поддержку написал. Здесь опять же за вчерашнее. Вчера написано. В ветке по подтверждению платежей полное веселье. Выводят по 40-70 баксов. Сегодня тоже. То есть выводы непонятно, что тут творится. И мне непонятно. Так что повнимательнее. Здесь минимум $4 на вывод. Если у кого набралась такая сумма, ставьте на вывод. Заводить, конечно, пока при такой ситуации не стоит. Не знаю, что по этому сайту более конкретно можно сказать на сегодня. Вроде начисления идут, проценты идут, просмотры сайтов есть. Так по нему трудно вот на данный момент что-нибудь сказать. И с этим сайтом все. Следующий сайт — ISOOB. Он у меня переведен вот в эту категорию. Вот он,
Сюда денег не заводилось, естественно, и на вывод ничего не ставилось. Я его использую чисто в рекламных целях. Изменение, которое тут произошло, уже вот вторая неделя идет. При просмотре вот платных объявлений, раньше здесь были и поинты, сейчас этих поинтов нету. У меня во всяком случае во второй группе их нету. Продвижение зависит исключительно от покупки пакетов. Ну, на пакет набирается. Тут, ну, на второй группе у меня чуть-чуть увеличился дневной заработок. Набирается на пакет немного быстрее. Так что продвижение только через покупку пакета получается. По-другому тут по группе не продвинешься, чтобы увеличить свой заработок. Будем покупать пакет. Реклама тут довольно-таки эффективная. Мне потраченного здесь времени не жалко. Не жалко. Следующий пакет. Да, вот покажу, где по нему. По нему, опять же, вот ISOB. Вообще в плейлистах по всем сайтам есть отдельные обзоры. Итак, Eden Traffic. Eden Traffic тоже не все тут гладко, скажем сразу. 10 числа закончилась проверка PayPal. Здесь PayPal просто-напросто запросил отчет у этого сайта, у админа по, ну, по деятельности. И 10 проверка была закончена. Проверка завершилась, админ вывесил вот здесь объявление, что все нормально. Мы начинаем выводы на PayPal. А вот 11 опять вот такое сообщение, что был открыт диспут какими-то, ну, естественно, криминальными элементами, как пишет админ. Ну, не знаю, по-моему, у этого сайта не должно быть проблем, потому что, как вам сказать, ну, все тут чисто гладко. Обычно, знаете как, вот если на сайте есть PayPal, то его утопить очень легко. Это небольшое такое объяснение, да, своей мысли. Допустим, вот конкурент, грубо говоря, какой-то вот этого сайта, он просто-напросто открывает диспут в PayPal. И первое же действие, как только получает такое подобное письмо, подобную жалобу, да, диспут это жалоба, сразу прикрывает счет, замораживает счет этого сайта, и у админа, естественно, возникают проблемы. До того, как все разберется, продлится это неделю, продлится это месяц, в этот период у него возникают проблемы, потому что деньги заморожены, он не может не выплачивать ничего, и сайт начинает лихорадить. Даже он своими деньгами не может расплатиться на PayPal, потому что, ну, счет заморожен. И такие нечистые методы в интернете используются. И еще одно, я тут лихо обещал закинуть сюда деньги, потому что админ, в свою очередь, обещал тут добавить Payzu. Payza не добавлено, поэтому я не могу сюда завести деньги. А то сюда, ну, без проблем, без никаких колебаний, я бы лично не сомневался, завел, купил бы пакеты. Просмотры есть, правда, они очень дешевые, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, да? Есть просмотры, есть платные объявления. Сейчас он подгрузится, если меня не выкинуло с кабинета. Пока я рассказывал все это. Так что, ну, с этим сайтом, не знаю, у меня как-то все спокойно. Подождать, вот подождали.
Вот они просмотры, клики, ну, по одной тысячной доллара. Есть вот платные просмотры бывают. Вот это платные просмотры было у меня, что и по 3 штуки. Это именно не за пакеты купленные просмотры, а именно за деньги. То есть вливание, просто вливание сумм какое-то есть. Больших или маленьких трудно судить. У меня в бухгалтерии этого админа нету под рукой. Но то, что они есть, они есть. Значит, люди просто так тоже деньги платят, чтобы лишь бы прорекламировать свой ресурс. Не в наращивании пакетов. Так что не знаю, нормально. 5 для того, чтобы получать начисление, значит, 5 кликов в день надо вот здесь сделать. Вот на этой странице посмотрите ежедневно 5 объявлений. 5 вот этих баннеров прокликать по нему, по этому сайту. Подробности здесь. Вот. 4 видео. Не отключил оповещение почты, сейчас будет все время нам мешать. Так, да, это тоже все. Теперь на неделе у меня вот 2 таких бонусных сайта появилось. Один из них RevShare Max. Акция действует до 16 декабря. Здесь нам выдают $5. $5 для покупки пакета базового, который стоит $5, и превратится в 7,50. Будем так говорить. Тут проценты такие интересные вырисовывают. 50% прибыльности. Регистраций довольно-таки много. 4500 уже регистраций. Платежки самые амбициозные. Я уже говорил об этом. PayPal и Payza. Админ в себе уверен, что именно с этими платежками он сможет работать. То есть у него уверенность в себе есть. Это неплохо. Кабинет простенький. Всем нам знакомый. Вот 10 человек уже в команде. Регистрируйтесь, берите ссылку и рекламируйте. Пока у нас еще 3 дня есть. Бонусные $5 есть. Регистрации будут. Именно вот свежие сайты в них рекламируются. Кстати, и вот по я снимал ролик по регистрации, и в одном комментарии, мол, а где $5? Вот они, $5 бонусные. Забыл, как зовут парня. Ну вот они, $5. Есть. И с репуши от баланса можно сразу покупать пакет и зарабатывать. Но опять же, надо учитывать, что вряд ли без дополнительной покупки пакета нам дадут отсюда что-то вывести. Это неписаный закон. Точнее, писаный. По нему, по регистрации, вот это. Вот ролик, как зарегистрироваться. Посмотрите, зарегистрируйтесь, не работать всегда можно. Заводить деньги. У меня в основном вот в обзорах все сайты новые и свежие. И сказать за их надежность можно только косвенно, по косвенным признакам. Там админ известный, где находится сервер, подтвержденный владелец и все такое. А как у него получится, что у него получится с этим сайтом, ну, трудно сказать, потому что ну, времени на проверку нету. Это не проверенные сайты. Следующий интересный сайт, вот за который я могу сказать, что сюда точно ничего вкладывать не надо. Ну, не надо заводить своих денег, потому что, ну, не знаю, какой-то непонятный сайт. Мне лично непонятно. Ничего отрицательного в нем я не вижу. Но и такого, чтобы за что взяться, как говорится, за что ухватиться, тоже нету. Регистрация по нему, по этому сайту, Advertisers Junction. Вот она, рядом с другими $5. Здесь просто
в виде бонуса и $5 и 25 тысяч баннерных показов. То есть можно выставить рекламу. Я здесь зарегистрировался 8-го, вот 8-го числа. И на все покупки своих, то есть когда регистрируется какой-нибудь партнер, ему выдается $5, опять же, эти. И когда он покупает пакеты, то мне идут еще и реферальные. И с этих реферальных я перепокупал пакеты. У меня они удвоились на данный момент, количество их. Один парень зарегистрировался аж 3 раза. Поэтому я говорю, сайт какой-то непонятный. Вот сейчас откроем список рефералов. Мы написали, вот Сергей 27. Написали с ним в поддержку. Ну, посмотрим, что здесь будет. Потому что с одного и того же IP, с одного и того же имейла, 3 регистрации, ну, это прокол. Не знаю, прокол, короче говоря. Поэтому я тут взял свои эти $5, купил на них рекламные пакеты, выставил баннеры на рекламу. Сайт пока не выставлял, все никак руки не доходят. Но как все это сделать, рассказано вот в этом ролике. Заходите, регистрируйтесь, берите ссылку, берите баннеры, выставляйте на показ. Кстати, вот сейчас посмотрим, у меня тут и клики были по баннерам. Сейчас мои баннеры. То есть люди смотрят, люди кликают, и возможно, что кто-то и зарегистрировался. Вот отсюда, кстати, вот с этого баннера у меня была регистрация вот на том сайте. Я его, по-моему, выпустил, да? Нету по нему. Сейчас откроем. И поэтому вон 6 кликов по баннеру. То есть реклама смотрится, баннеры кликаются. Выставляйте баннеры и рекламируйте свой проект. Да, что ж ты будешь делать? Это, кстати, вот письмо пришло именно с этого ресурса. При каждом начислении приходят письма. Приходят письма, что вам начислено то-то или ваш реферал купил пакет. В общем, информация идет. Информация идет. В этом списке у нас Traffic Wedges еще есть, в который, опять же, ничего не вложено и пока что вкладывать не хочу. Не хочу и не собираюсь, но это довольно-таки интересный проект. Сейчас откроем его. Ну вот он. Смотрите, что здесь творится. Сайт сам по себе очень неплохой. Только его стоимость, вот именно такой вот сайт сделать, 4000 оценивается. Вот $4000 этот сайт оценивается. Платежки все нормальные, но вот посмотрите сюда. Последние заработки самые высокие. 6 центов, 6 центов за 24 часа, за сутки. 6 центов, это не заработки. Вот здесь с Украины кто-то, вот здесь с России кто-то. Народ сюда прет, скажем так. Только за сегодня 303 человека зарегистрировалось. Но заработков здесь нету. Пока что тут ничего не заработаешь. Тут кликов, ну, ноль, можно сказать. Выводы опять же идут. Выводы есть, выплачивается вот на PayPal и все такое. Ну, сайт какой-то вялый. Какой-то вялый. Видать, у админа не получается привлекать внешнюю рекламу. Перепокупку не делают участники. Может, большинство ждет
на после Нового года откладывает все это. Но в любом случае пока что здесь заработка как такового нету. Здесь единственное, что каждый день приходят вот эти звезды, поинты, как их здесь называют, звездами. Вот с этой вкладки берешь вот эти поинты. У кого есть, проверять вот эти платные объявления, могут появиться, могут другие, вот это и это, и это платные объявления. Опять же, в ролике показано, где что и как. Здесь привлеченные в проект. Ну, кстати, по грязному трафику, опять-таки так называемому грязному трафику, то есть скидываешь ссылку и регистрации практически нету. Но это не совсем так. Если видите, у меня тут в основном вот из YouTube, вот, например, вот две регистрации с Плутона. Одна регистрация с Hit for You, о котором я в конце поговорю. Вот две регистрации не определились. Скорее всего, тоже с какого-нибудь, ну не с Ютуба. Тут нечего скрывать. У меня в основном партнеры с Ютуба приходят, но из других ресурсов тоже приходят. Вот еще раз, два с Плутона, с EasyHit, и два не определились. Так что и грязный трафик имеет значение, имеет свой результат. Поэтому вот в том же вот этом непонятном сайте я выставил рекламу. Ну, будут, он может отсюда пришли. Не будут, там же, тут же ничего не платишь за это бонус. И ну вот так вот, да, с этим сайтом. Тут у меня поинтов 870, звезд это 60 центов заработка. Ну, не ахти, сразу так скажем. Но будем надеяться, что такую сумму админ потратил не зря. Что-нибудь да придумает. И в конце вот про этот сайт EasyHits4You. Я о нем рассказывал. Есть мы команда. Вот здесь, вот в этом плейлисте об этом сайте рассказано. Если его нормально использовать, то использовать хотя бы половину тех возможностей, которые есть на этом сайте. Можно и команды создавать, можно и деньги зарабатывать. Вот у меня, как видите, $3 на вывод. Эти $3, они, еще раз говорю, в фоновом режиме. Вот сейчас можно даже открыть этот сайт и кликать по этой капче. Он даже записи не мешает. Он ничему не мешает. Если вы за компьютером открыли этот сайт и кликаете там по этой капче, набирается очень быстро эти деньги, эти $3, которые можно вложить куда-нибудь, они накапливаются очень быстро. Вот здесь вы можете видеть свою статистику. Вот она. Я ее показывал, могу показать еще раз, чтобы посмотрели, что в день тут за 1000 просмотров выдается 30 центов. Но просерфить вот это, ну, эти, ну что ты, 1000 сайтов, ну это очень-очень легко. Это делается у меня тут в день и по 500, по 600 сайтов есть просмотры. Вот смотрите, 450, там 450. И опять же, я, видите, вообще ничего не кликалось. То есть все это кликается так, в фоновом режиме. Вот когда что-то делаешь за компьютером, кликаешь, и набираются вот эти $3. Сегодня вот 213, например. Оно тут накапливается, как своеобразная копилка. И в общей сложности вот
96 с лишним тысяч кликов у меня тут есть. Потихоньку, помаленьку, как только накапливалось там что-то на вывод, я их выводил, вот, выводил и вкладывал куда-нибудь. Так что и вы можете тут накликать, не считая того, что можно и продвигать свой ресурс. Поэтому я решил вот этот сайт вот вывести сюда, без вложений, поставить на верхнюю строчку. И со следующей недели, или ну, когда будет вывод или что, я тут буду и по нему записывать. С этих сайтов тоже придется делать выводы для того, чтобы, ну, если не для себя, то чтобы партнеры видели. Чтобы партнеры видели, что как там работается, не работается, выводится или не выводится. Но, скорее всего, это будет делаться после Нового года. Потому что перед Новым годом, ну, может быть, еще вот, 20 числа обзор запишу, а 27-го, ну, кому он нужен? Уже будем ждать и праздновать Новый год, так что смысла нету. Итак, если подводить короткий итог, заработано чистыми 30, ну, почти 1 доллар. Вот за эти, между этими двумя обзорами еще 7 долларов поставлено на вывод. Опять же, здесь мы не считаем того, что на этих сайтах перекуплены пакеты. То, что перекуплены пакеты, то, что наращены мощности, так скажем, это в роликах учитывать пока что не будем или вообще не будем. Будем смотреть на чистый заработок. И еще одно, о чем хочу сказать. Если кого-то эта сумма не устраивает, ну, естественно, здесь весь этот цикл построен на 5 долларах. Вы можете удвоить эти 5 долларов там в тот или иной сайт, допустим, в TrafficQuick, вложить не 5, а там 10, 20. Это вам решать. Участвовать в этих проектах или нет, тоже решать, конечно, вам. И в какой сумме, на какую сумму участвовать, точнее, тоже решать вам. Я лишь показываю то, что делаю сам. Вот опять реферал появился. Вот это тот, вот этот непонятный сайт. Показываю, что делаю сам. И еще раз повторюсь, решать вам работать или нет, это только ваше личное дело. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.